на этой неделе. Сел за руль и лично протестировал первый отечественный автобус. Президент Садыр Джапаров посетил предприятие, где собрали пассажирский транспорт. Такие уже совсем скоро могут появиться на дорогах Бишкека. Посетил глава государства еще одно предприятие. Производимая продукция уже покрывает значительную часть потребностей страны в арматуре. А вот дорогу Бишкек-Карабалта завершить должны уже в этом году, сказал президент. Подробнее в субботу в 21.00. Прирост потребительских цен и тарифов в прошлом году превысил 11%. При этом цены на продукты ГСМ возросли не только в Кыргызстане. О росте динамики цен смотрите в итогах недели. В Кыргызстане начались весенне-полевые работы, так в Аше уже идет посадка картофеля. О подготовке к вегетационному периоду расскажут наши корреспонденты. План мероприятий по реализации концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания личности до 2026 года презентован. Теперь основные усилия будут направлены на формирование образа гражданина Кыргызстана – духовно богатого, здорового, образованного, разбирающегося в истории наших предков, уважающего традиции и чужие верования. Подробности в итогах недели. Подробнее о главных событиях прошедшей недели смотрите в итогах недели в субботу в 21.00.